холодильнике лобстер-пицца. Зима хуячит на минус 30. В Москве это традиция, вечер в тепле. Килограмм шишем, первого еще больше. Колонки исполняют снупа по ТВ, поебень без звука. Звонит близко, ей 15 в зоне риска. Чья-то сестра или подруга друга. Короче, не помню, откуда помню. Голосок блядский, ей типа грустно за окном вьюга. Хочет в гости, заебалась скучать. Приехала красивая, дунули, дал ей в голову. Хорошо глотает, не проливая, дунули. Нюхать мой небодяженный первый не хочет, сучка. Говорит, берегу нос. Завтра ей в школу, от кокоса у нее понос. Но не бережет жопу, дунули. Налил ей столичный, ставлю раком. Одел гандон, насыпал ей в пизду дохуя кокса и задвинул свой корень. Она охуела, ей 15, ебу сладко, у нее узко. Она прется, реальная перегрузка. Орет, еби меня в жопу, я только за. Посмотрел ей в глаза. Дунули, обмазал гандон коксом и втер ей свой джойстик в гуску. Завыла бич, как сигнализация. Кругом соседи, галимая провокация. Пришлось заткнуть ей рот ношенным соксом. Хороший кляп не решает сексу. Падает дверь, менты поганые, понятые. Из-под кровати УЗИ и калаш достаю. С двух рук, не вынимая хуя из жопы, гостей кладу и кончаю. Охота чаю, и надо валить с хаты, опередить ментовские прихваты. Беру свое и сажусь в лупаты. Ей лаве на такси, а сам растворяюсь. Заебатый сегодня был день. Я проводить время интересно стараюсь. Пацаны говорят, получается. Возражать лень, да я особо и не парюсь. Особо и не парюсь.